Я хотел проехать мимо этой гостиницы, мой конь заплакал, как ребенок. Вы убили кого-нибудь? От кого вы убежали, как преступник? А? От любви. Какая забавная история. Прошу вас, не смейтесь, потому что я узнал об этой девушке нечто такое. И когда? Когда она сказала, что поцелует меня? Глупая девчонка. Что? Презренная дура. Не смей мне это говорить. Она этого стоит. Это не тебе судить.